Вы видите связь с громадой, с общественностью? Можете нам как бы... Взаимодействие. Ну, взаимодействие, да. Что вы можете предложить? То есть как мы можем, связь, так, да, как мы можем взаимодействовать связь, как... с обществом, с общественностью по вопросам вашей функции? Ну, смотрите, есть много вариантов взаимодействия армады и полиции. То есть, я могу, если у нас 21 век сейчас говорит, у нас создан там канал приложений «Непогода Николаев» в связи с сложившейся ситуацией. Сейчас у нас замело снегом, там выступают активисты нашего города. Там много людей в этом канале, получается, выступает операция. То есть прослушиваются патрульные полицейские. Мы когда слышим информацию, кто-то застрял или приходим на помощь. То есть идет моментальная связь между людьми и полицейскими. То есть как бы можно устраивать еще подобные встречи. Большая.